профессиональные достижения, самоотверженный труд и верность делу. В школе номер 31 городского округа подвели итоги областного конкурса «Педагог года 2021». В торжественной обстановке учителей наградили благодарственными письмами, вручили памятные подарки и денежные вознаграждения. Михаил Раев, лидер движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить», отметил: профессия учителя – одна из самых значимых в становлении человека. Я считаю, что учитель – это самая гуманная профессия, самая нужная. Вся наша жизнь, вот детская, юношеская, проходит у них на глазах, и все-таки они являются определяющей ролью в нашей жизни. К поздравлениям учителей также присоединилась и лидер движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Елена Андреева. Педагоги, как никто другой, нуждаются в том, чтобы мы их отмечали. Отдельно хочется сказать им большое спасибо за их труд. Благодаря постоянному развитию и совершенствованию собственных навыков, учителя из «Химок» становятся призерами областных и всероссийских конкурсов. Педагогов городского округа отмечают на самых разных уровнях. Вы, как педагоги, всегда с охотой ищете новые формы образования, новые подходы, совершенствуете себя в своей профессии, на конкурсы идете с таким же трепетом, как это делают всегда ваши ученики. И я искренне поздравляю всех участников конкурса. Заместитель главы администрации городского округа Ирина Теслева отметила: среди присутствующих нет проигравших. Есть победители и те, кто неустанно стремится к еще более высоким результатам.